Привет всем, привет всем моим подписчикам. Вы на моем канале. Сегодня в нашем городе не так много тумана. А я сейчас встала, буду одеваться, собираться и идти на работу. На работе кое-что интересное вас ждет. Кому интересно, оставайтесь со мной. Любимый розовый будильник. Из Икеи. Икея наша, все. Ну что же, а теперь легкий мейк для макияжа я буду использовать. Вип-крем от Max Factor в цвете 40 Light Ivory. Вот так он выглядит, вот на крышечке. Вот он, Light Ivory. Простите, что снимаю в ванной, но на данный момент это самый светлый участок в моем доме. Пока не привезли лампочку. Потом для нижнего века будет использоваться вот такой вот каял от Maybelline, а цвет Oriental Gold. А тоже для ресниц я использую вот такую Lash. Такая щеточка интересная. Хорошо прокрашивает ресницы. Но для макияжа самого глаза, то есть глаз, я использую вот такую палеточку. Naked 2, это заказано с Алиэкспресс, было фейк, как все любят говорить, но... Мне очень нравится. Не такие уж они... пылящиеся, как утверждается. Ну, в общем, ничего. Пользоваться можно. И, возможно, для затемнения в уголке глаза я использую Naked Basic. Это оригинал, купленный мной в Испании. Так я могу показать. Вот. Думаю, будет хорошо. Видно интересные цвета. Текстуру, ну, я думаю, вы знаете. Не раз обзоры на YouTube на эту палетку были. Так, один глаз, как вы видите, готов. Но это такой нюдовый макияж без макияжа. Чтобы ни растушевочных линий не было, ничего видно. Ну, просто затемнение маленькое, и все. Я ярко не буду делать, потому что это ни к чему. Ой, вот я используюсь этим, пока ровно проводить не научила. Линии скотч. Давайте я попытаюсь на этом глазу повторить. С бровями я ничего не стала делать, потому что я их отращиваю, и чтобы так, нейтральные тоже были. Сейчас. Так зачем-то делают на руку, я не знаю зачем. Может, чтобы не отдралась глазом. Так. На все века я ношу вот эти Фокси. Нанесу. Хорошо. Уголок глаза я сразу нанесу. Бутикол. И что касается непосредственно
средство на затемнение. Я буду использовать по очереди тиз. Теперь саспект. Все оттенки, которые я буду использовать, я напишу внизу. Затемнение получилось, но если не хватает затемнения, еще можно бастет или как-то так. В общем, вот он этот оттеночек. Вот этот нужно тоже использовать немножко. Напоминаю, что растушевываю. Чтобы получилось естественно. Стушевываю аккуратненько. Ну что же. Этот глаз готов. Снимаем. Немножко здесь. Вот таким образом. Легкое-легкое затемнение. Чтобы даже как бы тени здесь на слизистом не очень хорошо работает, а вот, пожалуй, здесь очень хорошо, но можно внутри проработать. Но вот этот карандаш, чем мне не совсем нравится, то что слизистую плохо подчеркивает и плохо держится на ней, а если так провести, то вполне даже ничего. Уголки здесь устал немножко. Ну что же, все, теперь остался тональный блеск для губ. Я готова. Ну, давайте посмотрим все-таки последний результат. Ну что же, вот образ в целом. Я переоделась, как вы видите. Немножко тональник светловат, но ничего. Это легко исправить. Вот так расчесаны волосы. Уложены. Остался мой любимый лип-максимайзер от Dior. Коллаген актив. Или как? Да, коллаген актив. Очень приятный холодок. Как все блестит глаз. Ну что же, вот такой макияж у меня получился. Но на этом я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся. Ёлочка, какая у нас в офисе. Красота. И вот гирлянды. Там вот включается. В общем. Вот сейчас будут гореть. Хедея вот распустилась. Вот она. Красавица.
среди зимы. Извините, что так снимала, просто не достать. Ну и в конце покажу костюмчик. Вот такой Элька. Очень удобный, спортивный. Он налезет на любого, утянет любую фигуру, надо сказать. Вот. И вот здесь вот такая девушка-кошечка. Это Эль. Вот. Элька здесь. Великан. Кстати, можно посмотреть, вот еще есть. Вон, даже 3XL. Очень хорошо шита, мне очень нравится. И вот так вот она. Сидит на модели. Есть такой вариант еще. В общем, очень нравится. Буду носить с удовольствием. Ну а на этом я, пожалуй, закончу съемки. Сегодня буду наряжать елку и покажу это через пару деньков. Ну что же, всем приятно провести эти праздники. Пока-пока.